Не-не-не. Ты все отдал? А, ты мне еще давал зерно. Что? У вас что, нет что-то такой штуки? Нету. Нет. Сука. Это одна из анимаций. Пидгни. Сука. А конечно, она так же выбивала из положения сидя, понимаешь? Это был самый лоб. Ты где, Арли? Уже и дуэль сыграли. Шатер расстроили. Я всех избил. Пойду сумку зарезать. Мимо. Я не знаю, откуда, почему у меня такой мелкий урон. Ну потому что теперь у всех такой. Скажи, скажи, ты только в огонь качался? Почему у меня огонь, воздух? А, огонь, воздух, ну понятно. Какого у тебя уровня, допустим, стрела, хэнд? А, сейчас скажу. Так, спелс, хэнд у меня 28-го. А, ну понятно, почему ты делал такой урон. Просто у меня все скиллы не меньше 20-го. Ого, а где твой урон? Действительно, хорошо. А, ну, начнем с того, что я не урон, я суппорт. Я выносил кучу контроля и суппорта. А урон был, короче как, я, когда у меня был этот тик, я бил огненными спеллами. Когда был ток, я бил водяными. Угу. А спасался с помощью этих. Спасался с помощью ветряных. Отбрасывал. Фишка, короче, начинается ход, я снижаю противнику инициативу, и ходят все мои перед ним. Все мои, вся моя пати перед ним ходит. И он гребает. Потом на следующий ход я у него сжираю все ОП, и он не может ходить. И повторить. А в чем фишка дисторшена и некого фьюгита? С помощью дисторшена ты, во-первых...